впервые в истории Полоцкого пограничного отряда проводится слет добровольных дружин. На данном мероприятии будут подведены итоги года минувшего и поставлены задачи на 2024 год. Как известно, с советских времен всю границу охранял советский народ. Также и сейчас, в нынешнее время, уже более 30 лет существует Полоцкий пограничный отряд, и в приграничье Брасловщины, Верхнедвинщины, также Миорщины созданы добровольные дружины. На данный момент численность добровольных дружин составляет порядка 100 человек. По итогам прошлого года можно с уверенностью сказать, что все поставленные задачи были совместно выполнены. С помощью добровольных дружин было задержано 37 нарушителей законодательства государственной границы. Неоднократно были попытки нарушения государственной границы, однако благодаря слаженным действиям как пограничников в целом, так и совместно с добровольными дружинами, этот умысел не был доведен до конца.